святой Евангелие. Спасибо. Может, у нас в интернете есть? Вот православный сайт визитный. 3000 видеороликов и все в святости Библии собрано. О жизни, о смерти, о страшном суде, как спасти душу для вечности. Еще брошюрка, не православная, не поверьте. Тоже по святому писанию. Спасибо. Всего доброго. Христиане. Приглашаем храм на 3 часа беседы на тему Иисус Христос, Святая Библия. Я этим делом не занимаюсь. Приходите, послушайте. Дарим Святое Евангелие. Благословит патриарха крупным шрифтом. Читайте, назидайте соседям. Интернета нет у вас? Есть. Интернет хороший там? Да. Ну вот, возьмите визитку. Потому что там 3000 видеороликов, там есть канал YouTube наш. Все вы Святой Библии. 3 часа возле храма. Вот тоже возьмите, посчитайте. Не православный, но все тоже. Я знаю, кстати. Были уже, да, там? А вам кто-то давал, да, визитку? Нет. Нет, да? Все нашел. А, сами нашли. Ну все. Бог помочь вам. Спасти душу. Есть тут дома? Все какой интересный стоит там себе и все. Вы обычно заходите такие слова? Ну там дети выглядывали, может кто-то и выйдет сейчас, а может не будет. Нет, это же то ли специально там пустили. Ну пойдемте. Никита, вон, он вышел, женщина. Вы кого-то ищете, что ли? Да. Здрасте. Мы приехали с Патриархии. Православные христиане. Да, приглашаем сегодня к нам на 3 часа, на беседу. Тихо. О Христе, Святой Библии, Старе Святое Евангелие. Вы откуда, с Патриархии? Нет? Да. Вот я хотела давно, я с Тамарой все общалась. Вот видеосайт тут наш есть, веб-сайт. Приходите. Сегодня? Да. Дома ребенок, я не знаю, как я. Смотрите. А где вы будете? Возле храма. Возле храма? Да. Вы там в интернете все найдете. Там у нас все заснято. Это на самозрез заходит, наверное, да? А вот здесь. Никита, вот впереди можно познать. А, есть?
Добрый день. Мы приехали с Патриархии, православные христиане. Возвращаемся до этого числа к храму, на беседу. Христа? Да, Христе, Библии Святой. Дарим Святое Евангелие. Интернет у вас есть? У ребенка. Хороший интернет. Плохой. Плохой. Но все надо есть что-то. Возьмите. Возьмите обязательно. Хорошо. Мы думали, что это у вас вход-то главный. Зашли пос. Вот ага. Простите уж. Будет встреча на тему Иисус Христос, это Библия, как Господь души для вечности. Мы из Потерявки приехали, это православный христианин, Мензовский район. Uh-huh. И вот наш видеосайт, возьмите. Спасибо вам. Всего доброго. Добрый день! Можно вас один? Мы православные христиане, где не потеряем. Мы в 3 часа к вашему праву приглашаем Oh, 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 oh.
приглашаем сегодня к храму на 3 часа на беседу о Святой Библии. Да, Иисусе Христе. Получите подарок Евангелия Святое. Вот 4 Евангелия от Марка, Матфея, Луки, Иоанна. Дарим крупным шрифтом, такого зрения плохо. И визитка нашего сайта. Будете читать там? Если будете, мы дарим. Если нет, мы не будем дарить. Впрочем. Это надо это, вам на ту улицу. Там бабушка была. Где успеем, мы все обойдем-то. На всех молодых. Спасение это в душе надо для всех, не только для бабушек. Все же представим перед Богом на суд Божий. Согласно Слову Божьему, вот это судить будем. Господь нас будет судить. А что, взяли бы, почитали? Надо в сам дом всегда стучаться. Здесь люди могут не услышать. Это же веранда, это веранда. Всегда в сам дом стучись. Тут там вторая дверь идет. Люди могут не услышать. Сейчас 22 минуты третьего. Если желаете, я вам буду ставлю. А вы потом, может, руки помоете и возьмете. Ну да, вот здесь оставьте свечу. Вот, тут и тут визитка еще интернет-сайт. Ваш интернет ага. Есть там? Есть, есть. И тут визитка интернет-сайт. Вот, все, с Богом. Ага.